Что пришли на концерт. Нет, на самом деле это поэтический вечер. К сожалению, Маяковский не пришел. Мы будем атаковать вас трехстопным ямбом и хореем. Товарищ Мирилик, the city task, the gear and the gimbal in the way, all nymphs were the burgers, and the man rest and rest. Thank you.
Надежда украинского независимого кинематографа. Прошлой осенью мы сняли фильм, это полнометражный фильм «Калейдоскоп», который мы и хотим раздать вам. У кого его нет, поднимите руки, пожалуйста. Вот, тебе я дам позже, хорошо? Потому что у нас всего лишь 5 дисков, а я тебя еще уберу. А в принципе они вдвоем. Ну да, у них есть. Они могут посмотреть вдвоем. Нет, так он вдвоем, он у Коли. А, он вдвоем, он же так. Их же двое, да. Приобщайтесь к новой классике. Студия Дерма. Молодец. Эй, мистер президент. Sure.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Я решила, что очень хорошо будет и нам сделать себе день без рекламы, а спонсором нашего дня без рекламы является компания... Вот эта компания является спонсором нашего дня без рекламы. Спасибо. Если ночь темна, значит вокруг темно. И так жутко, хоть закричи. Загляни в карман, и ты увидишь дырку. Или нас. Поколение Чи. Oh,
Ласта, Ласта, у тебя совесть есть? Нет, мы ее потеряли. Мы потеряли ее, потеряли же ее, потеряли себя. А потом мы открыли глаза, настащи тормоза, ненавидим тебя, да не то. Тихо, ведь крысы здесь спят. Спасибо большое, спасибо. Вот этот стих, еще много других стихов, и не только, можете найти в замечательной газете Федерации анархистов Киева, ФАК, всем называется эта газета. Эту газету вы можете приобрести по свободной цене, те, у кого еще нет. Вот. А также в этой газете, в третьем номере, имеется замечательнейшая статья о Food Not Bombs. Вот эта статья. Что такое Food Not Bombs, вы узнаете после концерта, если вы сидите еще две песни. Вот. И также в рамках дня рекламы без рекламы я хотела бы прорекламировать, во-первых, венок Алексею Боровому. Замечательная брошюра о выдающемся анархисте Алексея Боровому. Я, к сожалению, не знаю, кто это такой, но написано, что это выдающийся анархист. Ну, кому-то поверим. Также антифашистский мотив. Вот. Журнал
Ежей, вот как видно, с балалайками. Это антифашистский журнал, и этот номер, пятый, за 2005 год, он посвящен смерти Тимура Кочаравы, который, как известно, был убит в Петербурге 13 ноября 2005 года, мальчик, анархист и антифашист. Вот, это также можно приобрести. И «Философия панка», замечательная книга, все, у меня сегодня все замечательно. Замечательная книга о панках, о их философии, о психопатологии, анатомии, да, физиологии и прочим замечательным вещам. У меня все сегодня замечательно, замечательное настроение. Я очень рада вас видеть, все мы рады вас видеть. Сегодня выступает такая замечательная группа какая-то. Вот. А сейчас, наверное, будет технический перерыв, посвященный вот, выборам президента в Беларуси. Техническое минута молчания. Наверное, может быть меньше, чем минута. Вот, вот и вот крысы, которые сопят и спят здесь, вы сможете пронаблюдать. Это тоже можно приобрести по свободной цене в рамках дня рекламы без рекламы. Ну что, продолжим. Это песенка про панка. Про какого про пропанка? Про пропанка, про бутанка, про не танка моего. Бастера панк, мог всегда одинок. Это песенка про панка. Это песенка про панка. Это песенка про панка. Это песенка про панка. Сначала на месте детского сада они построили панк. Мне там было совсем не надо. Потому что я панк. Затем они вырубили лес для того, чтобы построить свои коттеджи. Прикинь, бедный лес подошли и вырубили. Он сам попил. Они стали суки. Такого не было. Глюки. Они стали. Они стали. Так закалялась сталь. Они стали посреди него, сказав, что сейчас ему врежут. Я скричал, сопротивлялся. А мне было плевать, кого режут. Мне это было совсем не надо. Потому что я наркоманы в подъезде, код 89, они со шприцами. И сказали, без предварительного предупреждения, что в моем возрасте есть жизнь правда. Уже время подумать о корме. Так я не понял. О комбикорме. Еда это право, а не привилегия. Свой дар. Ай, ай, ай.
дом. Не вмешался, потому что все, кто был против них, уже посадили. На колизере затвор срубили, в скобках бабло. Эти лучшие на свете парни в лицовках из НЛО. Мы пришли с миром. СБУ террористы. Потому что я пан. А теперь Юлечка, которая училась 2 года на гитариста на курсах. Замечательно. Я вам продемонстрирую. Все у меня сегодня замечательно. Я просто внимание. Юлечка, бекары. Давай, Юлечка. Давай, бекары. Здесь будет. А вас сейчас будет отвлекать. Нет.
Вам сейчас предложат кое-что получше, чем развлечение. Жизненно важное. Зрелище. Ну, не знаю, не знаю. Что хочет, может сесть на диван. А пока... А что вы нас бросили? Бросили. Кинули, да. А мы тут как...